Эх, понеслись. Сказали курочки и поднатужились. Я Петросян, я знаю, это я услышал Петросяна. Да, поехали. Но я еще хочу кое-что прочекать. Там было написано «Помни падение». Меня интересует вопрос. Может быть, там внизу что есть? Только не упасть. Так, эти же херни не восстанавливаются, окей. Окей. Fuck. Окей, а как это сдох? А, его здесь убили. Череп Лоренса. Вряд ли это здесь вот. Череп первого викария церкви исцеления. Череп Лоренса, первого викария церкви исцеления. В реальности он стал первым церковным чудовищем. И его человеческий череп сохранился только в глубинах кошмара. Череп символизирует прошлое Лоренса и всех тех, кого он не сумел защитить. Он до сих пор пытается его разыскать, но даже если он преуспеет, память не вернется к нему. Ладно, теперь мне просто назад ехать. Окей, это было полезно, капец. А может быть, я могу туда уехать? Ну, хер его знает. Только не говорите, что это ловушка. Хотя ладно, я смогу вернуться назад. Где-то подстава, я уверен. Ну мало ли. Знаете, From Software все могут. Церковная пушка. О, я не могу ее заюзать. Оружие чудовищных размеров, созданное для членов церкви исцеления. Такая пушка выпускает летящие по изогнутой траектории снаряды, которые взрываются при попадании. Изначально мы не доверяли охотникам и ручали только не слишком умным мускулистым прислужникам. Вскоре стало очевидно, что подобным людям часто не хватает сноровки, чтобы обращаться с огнестрельным оружием, и о нем очень скоро забыли. Мне не хватает 16 единиц оттенка крови, вау. А если сюда? Ну мало ли. Я думаю, что здесь кто-то умер, да? Молодец. Как хорошо, что здесь есть такая возможность чекнуть. А то... Любознательность волшебная, сообщение вручайте аккуратно. Окей. Давай. Лифт, камон. Да ты жопа с ручкой, а. Погнали. Окей. Череп забрал. Пушку забрал. Я надеюсь, это вызовет лифт сверху, который. А то нахер все уедет наверх, как я вызывать-то буду? Я вроде здесь ничего не пропустил. Окей. До следующего босса и потом еще 8 часов потрясающих приключений, я уверен. Нет, это первый босс. Я не думаю, что он легкий сам. Нет, стоит понимать то, что New Game Plus разительно отличается от New Game. А вот New Game Plus Plus не очень от New Game Plus. Но на New Game Plus Plus, да? Там, как бы, человек уже достаточно прокачанный по сравнению с New Game Plus. Поэтому ему просто проходить легче. Так, вы кто, судари? Может, их не надо... Нет, надо бить!
Я думал, что тот чувак, который глаза потерял, он типа... Он типа добрый. Оу! Знаешь что? Привет! Дабл килл! А это еще и бабы, что ли? Оу, так вообще классно. Так, куда пойдем сначала? А я не знаю. А я не знаю. Просто вот сюда. Здесь ближе. Поближе в смысле, в вертикальном смысле. Эй, скоты! О-о-о-о-о! А так-то нехило с них сыпет, смотрите. Ау! Сколько с них сыпет? По 4000, серьезно? Нихера себе. Слушайте, здесь фармить можно. Я не шучу, здесь можно фармить. Смотрите, какие они изи. Я нашел локацию для фарма. Это что, что сверху делаешь-то, а? Жопу иди. И убивается быстро. Быстрее дебилов из первого акта. Охереть. Воу! Фига вас тут. Это было охерительно. Меня просто застанила вот эта херня, которая сверху прилетела, и этот добил. Окей. Окей. Комбо! Ладно. Ладно. Может мне прорваться... Нет, мне надо стоять в двери и ждать. Или встать под балкон. Потому что тогда нереал. Окей! В этом DLC меня убивает все. Я даже настолько плохо не был в первом Dark Souls, когда проходил его. Вау! Ну, чего я ожидал, да? Так, ты мои 70 тысяч душ даже не смей отнимать, понятно, своей тупой атакой. Давай, иди сюда. У меня для тебя есть молотов, прикинь. У-у-у! Он мне так нужен просто. Воу-воу-воу-воу-воу, не надо агриться. Так, эта херня сдохла, да? Вау, здесь реально столько можно фармить. Слушайте, это вообще изи тогда здесь фармить. О, нет, они забрали мои души. Кто всосал мои души, плиз? Берегись лекарства. Берегись засаду, не сдавайся. Кстати, засада. Не сдаваться? Ну ладно, не буду сдаваться. Так, а кто всосал мои души? Ты суть, что ли? Я же здесь где-то сдох, да? О, дроп. Еще даже не заметил. Берегись, захват в клещи. А, типа с двух сторон могут обойти. Ты шутишь, что ли? А, вижу засаду. Блин, меня этот испугал. Призрак. Как так? Нахер иди! Они серьезно пробивают сквозь удары мои? Вау! Это, конечно, охренительно.
Это зря, наверное. Предупреждений. Ладно. О май гад, меня через стену что ли бить хотят? Но мне нужны мои сраные эти. Мои души. Иди сюда. Кто их захавал? Ай, я не вижу их. Привет. О, фак, они идут. Они все идут. Может, здесь более быстрое оружие? Нужно. Фак. Ну что-то я поторопился с фарму-то, да? Ты свою головку прибери и не высовывай, понятно? Нет! Нет! Подожди! Не сейчас. Вот сейчас можешь. О май гад. Holy fuck. Так, ладно. С фармом я поторопился. Но все равно я дохерища здесь экспы набил. Почему это... А, это я отметил. Окей. Коза тупая. Где мои души? А нахер себе засунь это все, понятно? Успокоительное, говоришь? Я опять их не вижу. Воу! А, наконец-то нашел, боже ты мой. Сюда иди. На всякий случай, мало ли. Спасибо, вернули. 155, просто за нехер делать. Ну как, убили, правда, много раз. Что это за звуки? Вроде засад нет. Я даже не знаю, стоит ли. Вот тут, вот кого-то реально там колбасит, надо пойти успокоить. Или меня успокоят. Но мне, если честно, неохота заходить во все эти комнатушки, если честно. Это реально страхово. Какие минусы использования ручного фонаря? Не сильно навевает воспоминания. В жизни обращайся аккуратно. Окей.
Это очень странная лечебница. Ты в курсе, верно? Я их избавил от мучений. Ничего не знаю. Я псих, правда? Какая разница? Я пришел, всех убил. Так, окей. Это была странная комната. Так, вот отсюда, по-моему, орёт, да? Так, стоять. Так, ладно. О май гад, что здесь происходит? Ты позже перепрыгнул шаги вперед. Ключи, от них тут воняет. О май гад! Сильного врага. Понятно. Не знаю, как не попало, это хрень меня. Are you serial? Стоять. Да я ненавижу это говно просто, когда ты после уклонения нажимаешь вот это. Нет! О май гад! О май гад! Ты серьезно? Вау! Окей. Fuck my life! По-моему, ее нельзя за... Ну или можно? Устроить ей парино. Ну или репост. Хера! До свидания. Хераси. Ладно. Это было криво. Ужасно криво. Ужасно криво. Ключ, говорите? Где? И от чего меня интересует, если ключ? Ключ? Хорошо. А, наверное, вот это, да? Где я? Мне нужно туда? О, фак, я чуть не обосрался. Я этого не делал! О май гад! Как я это сделал? Я круг случайно нажал, что ли? Я не знаю. Я даже не знаю, где я сдох! Нет, понятно, это тот же самый зал. Но на какой лестнице я сдох? Это как? Это как вот этот парень, который круг нажал, да? Я также нажал круг. Ладно, но, блин, я не хотел этого делать, серьезно. Так, вот, видимо, вот какая-то из этих лестниц.
Вау! Может быть это? Может быть и не это? Перил нету слева. Так. Я был выше. О май гад! Что за... What the f... Что он делает? Почему я поклонился сейчас? Я этого ничего не делаю. Это, наверное, из-за вибрации у меня... Так, где на поклонение? Вот это вот. Я вправо, наверное, дернул случайно. Я не могу здесь пройти. Какого хера? А-а-а, здесь ловушки. Окей, понятно. Я думаю, чё за беда? Берегись ловушку. Вау, как поздно появилась эта херня. Какая конкретно из этих лестниц? Где мои души? Скоты! Фак, здесь лабиринт целый. Можешь закрыть дверь? Не вижу, когда нельзя закрывать дверь. А может быть, с теми тоже можно поговорить, а я это не сделал? Так, здесь доступа к лестнице нет. Время для помощников. Да фак, я даже не знаю. Я по-моему, потерял эти души. А подождите, где этот? Вон. Вон там. Значит, я был там. Я был там и упал на какую-то... Вон, по-моему, души мои, да? Вон там вот, в углу. Так ведь? Все верно? Там вроде у него этот фиолетовые глаза. Нет. Я даже не знаю, где они. Как же так сдох-то, а? О май гад. Сейчас надо все обыскивать. О, это же надо было так. Это что еще за херня ползает? Найс, нацеливание! Фак! Вы шутите, что ли? Я сейчас скажу до свидания своим душам. Вы же понимаете, что мне надо заново всех убивать, да? Fuck my life. Почему я круг нажал? Да это просто пипец. Стоило нажать нахер, ну случайно я на него тыкнул, и все в жопе. Хер просышь, где я, куда упал?
Где эти сраные души? Ты в жопу это все. Твою мать. Только бесит это говно. Вот где сейчас души мои? Кто их всосал? Ты наконец-то, ёпты, хоть кто-то нашелся с ними. Спасибо большое. Меня какую-то жопу их унесло нахер тоже. Чё там была за лестница? Хер поймешь. Ладно, все, я закончил. Выходите нахер все тут. Найс, вот это удар был. Не нравится, как я их бью, им насрать вообще. Спокойно пробивают удар, вот как? Как мне предугадать, что они сделают? Это же нереально. Я их бью, стою, а им похер просто. То они херачат, то они не херачат. Это изврат какой-то, реально, нацелен на удачу. Сюда иди. Сюда иди! Ты серьезно? Я в курсе, что там сверху... О май гад, окей, неважно, проехали. Окей, мне, в принципе, туда даже не обязательно идти. Все равно я экспу просрал, хз, где она. Ну, плевать. Ну, если я к ним упаду только там вниз, это будет самодостаточно. Я не знаю, как я круг нажал, это просто было нелепо. Не знаю, я даже не знаю нахер. Как это получилось, но это стечение обстоятельств просто меня выбесило. Ты шутишь, что ли? Окей. Да охереть! Жесть! Враги какие-то! Ахи... Бьет сквозь стену! Нормально! Найс! From Software! Почему всем врагам здесь вообще насрать на то, что я их бью? Уже это начинает бесить. Я вообще-то хотел прыгнуть. Все, успокоилась. Спасибо. Жесть. Все врагам абсолютно насрать, что я их бью. Никто в стан не уходит. Окей. Вот куда я упал? Куда я в принципе здесь мог упасть? Он заново это не сделать. Вот на эту лестницу там ничего не было, окей. Тут целое паломничество. Лучше бы пошел направо. Нет, это в другом месте то право, которое я имел в виду. О май фак. Засады, говорите? Окей. А, у меня снова выключился фонарь. Ну зашибись теперь!
Я думал, что засада. По крайней мере, это быстро сдохло, говно. Ну, когда-то они вроде убьют. Моими ударами станется, когда-то нет. Че я хз. Не могу найти зависимость. Видимо, в это DLC добавили какой-то крутой самоцвет. Раз мне ачивку за это дали. Потому что в основной кампании можно было только эту ачивку добыть. Только если вы прошли Chalice Dungeons. Грязный самоцвет темной крови там был, да? Окей, прочекаем. А это клево. Так, окей, это то самое... Да, это та самая столовая, я надеюсь, это столовая, где я с этой херней большой сражался. Помещение. Кстати, я хочу вниз бегать. Или может наверх? Не, мне в принципе, наверное, наверх надо идти. Стоять. Окей. Это мне нужно подняться. Кто-то сдох. Окей, ладно, не важно. Как сдох? Почему сдох? А хер его знает. Но халява пришла. Так, это же единственная лестница, по которой я могу подняться, кроме той. Фак, я про тебя забыл. Так, на ловушку впаду. Здорово. Я слышал, тут восстанавливает ХП. Правда, мне не нужно. Ой, пока. Ты шутишь, да? Если я к тебе сейчас спущусь, я сдохну. Ладно, погнали, чувак. Гоу. Вот это старый враг из оригинальной игры. И что-то он как-то забивается спокойно. Станется, все дела. Блип-блёп, это буль-буль. Что еще? Это очень важно для понимания сюжета. Люди, которые задрачивают лор Dark Souls и всех Souls игр, уже, наверное, разгадали, что это значит. Воу! Найс! Это какие-то лягушки нахер! Что здесь происходит вообще? Ну, выйди ты из-за двери. Но я не могу тебя бить, когда ты за дверью. Окей, это те, которые ползают. Вау, тебя я не заметил. Лежать, твою мать. Сколько у тебя хп? 1982. Парадный костюм старого охотника. Окей. Твою мать, эта локация сраный лабиринт. Просто. Я уже не знаю, где я, если честно. И как я сюда попал. Я спрыгнул на какую-то лестницу, потом пошел в другое место. Теперь попал в это место. Ха, вломись! Вроде никого больше, да? Воу! Ну,
Твою мать!